Всем привет, дорогие друзья! Мы уже прилетели в Америку несколько дней назад. И сейчас с моей подругой Джерилин мы едем кататься на вот таких вот paddleboards. То есть это доска для гребли. Погода замечательная, вода, мне сказали, очень теплая. И поэтому увидимся чуть позже. Вот, показываю вам, какая водичка. Да, тут Honda стоят. Такого великолепного вида. Яхточки. Вот эта вот сторона называется Navarre Beach. А противоположный берег просто район Navarre, рядом с Пенсаколой. Я вот сегодня пробую кататься на вот таком вот paddleboard. Это как доска для гребли. Вчера у меня был первый день, сегодня у меня второй день. Скажу вам чуть позже, как у меня это получается. Я не одна, со мной еще двое друзей. Покажу, как они. Они уже давно катаются, но у них это здорово получается. Это мои друзья, Даг и Джерилин. Джерилин мне одолжила свою доску. У нее их две. Даг нас сегодня учит, как управлять веслом. Видите, какие они довольные и счастливые, с улыбками. Это видео я делаю для всех моих друзей. А сейчас мы едем смотреть выступление артистов, музыкантов. Вот по такому вот мосту. Сейчас вечер, и буквально через несколько минут я вам покажу, какая сегодня музыкальная программа на пляже. Вот посмотрите, какая красота. Мы едем на Пенсакола Бич. Это уже другой пляж. То мы были на Navarre Beach, сейчас Pensacola Beach. Водичка. Пальмочки. Буквально через несколько минут начну свою трансляцию с музыкального концерта. Подъезжаем уже. Потом мы поставим машину. Покажу вам, какой там шикарный пляж. Это наш пенсаколовский самый главный, самый центральный пляж. Я его очень люблю. Песок просто белый сахар, я его так называю. Скрипит под ногами от чистоты. И водичка. Шарики, там написано Pensacola Beach. Can you go a little? Thank you.
up from a nap too, so it's okay. I'm just kidding. Hey everyone, I'm Chloe Chanel and I'm 17. And thank you guys so much for letting me come out here. This is my favorite show to do. And I've probably said that before, but I just love singing here. I've been singing here since I was 7 years old. But the first time I was here, I was with the Sawmill Band. But now I'm here, I'm 17, and I'm with my own band. And I'm so excited and I'm so grateful that they let me come out here and perform for you guys. Thank you so much for coming. It means so much to me. We're gonna have a lot of fun, okay? So yeah, thank you guys so much for coming. I'm ready to dance, if you guys are. Anybody know how to dance? Okay, me neither. But I'm still doing it anyways, okay?